не заново, давай прям это. Ты забудь про камеру, я какая барышня, блядь. Я не могу, блядь. Барышня. Я не могу, я не могу. Давай, я, сука, не могу забыть про камеру, не могу. Ты, блядь, не могу, нахуй. Ну просто, блядь, не могу, животное. Короче, сидели в кальяне, я смотрю, обстановка вообще не располагает, но под фас, то есть она очень закрыта, и все время вот эти истории, которые меня сильно напрягают, типа, меня там нельзя трогать, блядь, и вся хуйня, я вообще не люблю, вот, когда мужчины себя так ведут, а я говорю, да-да-да, я все понимаю, говорю, я вот сам, короче, это интересно. При этом она же сидит, да, никуда не съебывается. Да, сидит, никуда не съебывается, но не в этом суть, суть в том, что... Я решил, поскольку как-то свидание и так не особо страстное, да, думаю, ну похуй, сделаю, да? На похуй, да, вот, и я говорю, ну, а как бы мне вообще, я тут с целью сижу такой, чтобы заняться с тобой сексом. Ну, это было только сказано немножко дольше, я говорю, если ты мне, ты меня привлекаешь как женщину, если ты меня не привлекала, то мы бы не общались. Поэтому ничего удивительного, да, что я тебя трогаю. Да. Это ну, типа того, вопрос типа об искренности, того. Что эта хуйня работает вот, очень хорошо. Вот, вот, вот. Мы сидим дальше, я даже не целовал ее до этого момента, прошел где-то час. Ну, потому что пиздец там вся эта хуйня. Вот, потом мы начинаем разговаривать о том, что нужно делать то, что хочется. Ну, такая штука, я тренинг один проходил, мне рассказали. А. Как, ну, шаблоны мне дали. Закидывают, да, типа удочку горят, да? Вот, и это... Что-то она говорит, да-да-да, зашибись, я вот недавно летала отдыхать, просто потому что захотелось, сорвалась, полетела. Я говорю, да, говорю, а мне тебе сейчас поцеловать хочется. Я, ну, вообще сам люблю... после этого люблю, не ждать да, сильно. Да-да-да, я люблю, вот, кстати, когда мне... страшно сделать, или я думаю, получится, не получится сказать. Я вот говорю вслух и после этого делаю. Как будто что-то происходит в этот момент. То есть, может быть, мне вот. Сам пинок намок... так. Да, нет, пинок. Это хорошо работает. Я когда сказал, то как бы сразу это, сразу отпустила как-то. Она говорит, я говорю, я хочу тебя поцеловать. Причем вот. Тут видишь, либо ты это делаешь уже. Не, ну было бы глупо либо... просто после этого сказать, я хочу тебя поцеловать и начать пить чай. Да, либо ты уже пиздец это не делаешь. Вот. И значит, я говорю. А она говорит, что, прям здесь? А знаешь, ну как бы мы сидим там, ну такая... Такой хороший намек, блядь, да? Не, знаешь, как обстановка, ну такая, достаточно это, достаточно интимная, все хорошо, там темно. А это, кстати... Как тебе еще нормально? Все, заебись, снимай. Да, то есть ты еще говоришь. Я говорю, что я хочу тебя поцеловать, она говорит, что, прям здесь, а обстановка, как бы я... Мне сложно в голове было представить обстановку более располагающую, чем та, в которой мы сидели. То есть я даже сидел и думал... А была ли более классная обстановка, вот именно в плане помещения, там, знаешь, тишины, света, вот, ну, все вот эти штуки, нет, которые... есть еще дом. Не, ну нет, я имею в виду свидание. Вот. И, короче, я ее что, прям здесь, я ее целую, она мне говорит, слушай, на самом деле, я сейчас... А она, когда ты ее целовал, она как нет, реагировала? Ну, все, не сопротивлялась, нет, ты поворачиваешь, спокойно да, целуешь, да, да, она да, такая да, хуяк. Она целует, да, меня тоже. Хотя она говорила, что я не люблю, когда меня... Да, иди нахуй, короче. Вот пиздёж, а? И, короче, она говорит, так, а я сейчас нравственно падаю вниз. То есть, смотри, я сейчас комментирую за кадром это. Девушка складывает себе ответственность. Она сделала, как бы, вы полагаете, какую-то вы штуку. Это... Я сейчас не Антону комментирую, а зрителям, да. То есть, и она говорит, чувак, скажи, что это ты виноват, типа, ну, скажи, что вали все на меня. Если бы ты сказал, что, конечно, ты шлюха вообще, она бы ушла. Ты вообще что творишь-то, блядь, я же пошутил. Блять. Знаешь, так еба. И стал ему еба. Да ты шлюха. И начал говорить, смотрите, смотрите. Она шлюха, смотрите, блять. Выбежал на улицу, бежишь, такой, а, там шлюха. Машины едут, и там еще шлюха. Давай, давай, я тоже охуенный видос будет. Чё, она мне говорит, я сейчас нравственно падаю. Тебя видно, Диман, ну а что не говоря, нет, ты можешь здесь сидеть. Я просто... говорю, по какой причине? Всегда говорит. Ну, говорит, мне вот всегда родители говорили, то, что в метро спать неприлично. Я такой, блядь, я сижу, так смотрю в сторону, представляю, не могу понять, какая корреляция между тем, что в метро. Я вообще представил чувака, который в метро спит с подушкой, бомж какой-то, да? И я такой думаю, бля, это в натуре неприлично, ну какая-то спать в метро. Я говорю, а при чем тут спать в метро? Она говорит, ну знаешь, вот ты когда едешь в метро, видел, есть люди, которые, ну типа, вот так, спят, короче. А это неприлично. И я вот, да, я такой... Ну, ебать, если... ее надо на спарту отвезти, там пиздец, что неприлично в метро делают. То есть не то, чтобы спать, типа, лечь, чтобы укрыться одеялком, уснуть, не, нихера, просто вот ты ел, закимарил, это неприлично. И я понимаю, что это, ну, такая, да, непростая ситуация сейчас будет, и как бы, а стоит ли продолжать, если это, ну, нет, ну, как такие мысли, думаю, ладно, ну, что.
Мы сидим дальше с ней, общаемся, я ее не трогаю, не шучу, я уже ее обнимаю, и она фигак с ног на меня закидывает. Я такой, ну нормально. Она кладет ногу, а у нее еще такая юбка охуительная, с разрезом, прям очень длинная, но вот я прям не вот когда вылез. И она кладет ногу, говорит, можно я положу? Я говорю, да нет. Говорю, нет, конечно, нет, блядь. Наверное, говорю, не стоит все-таки. Говорю, сегодня, наверное, не стоит, серьезно. Так, а почему? Я говорю, ты знаешь, говорю, я сегодня достал. Достаточно нравственно пал, то есть, ну, уже говорю, наверное, надо прикрыть. Ну, так, все, убираю, короче, она кладет ногу, я ее что-то там продолжаю рассказывать. И так раз, вот я в тот момент, кстати, ощутил такую классную штуку, что когда ты технично делаешь, не как-то неумело, а вот технично делаешь поцелуй или технично делаешь прикосновение. То есть ты отваливаешься назад, быстро, это одна из штук. Ты очень быстро преодолеваешь вот этот барьер сближения. Не, смотри, такой... одна из штук, как, ну, ребятам, скажем, фишку, то есть, ну, там их много, да, то есть технично. Тут очень... никого не оплатили. Сука, я за кадр говорю. Но это... Я понял. Это диагноз. Я знаю, ты не представляешь. Сущность с желтыми глазами, блядь, в виде гномика. Короче, смотри, то есть, если ты, ну, делаешь шаг вперед, потом, ну, показываешь, ну, типа, поцелуй, да? Угу. Показываешь, что тебе, в принципе, похуй. То есть, ну, не вот там в десна начал долбиться, о боже, меня допустили. Раз, поцеловал, перестал, там сидишь, что-то там, чай бухаешь. Да, то есть, эта штука очень сильно располагает. В следующий раз ты чуть дальше зашел. Да, ну, то есть, тут фишка, которая пришла с опытом, наверное, тоже, да? То, что, короче, надо в какую-то секунду, когда ты понимаешь, что сейчас через секунду она может сказать, ну, все, хватит, типа, там, хорош. Надо отстраниться. Ты хуяк, ты чувствуешь эту штуку, ты отстранишь, но она приходит только с опытом, я никак даже, еще. Я, наверное, больше сорян, про перебил. Другое хотел сказать, вот, насчет комфорта, если это важно для видео, наверное, важно. Все важно. Я бы вот хотел это услышать, например, год назад, что, ну, в какой-то момент ты начинаешь понимать, когда это лучше сделать. Вот сейчас ее поцеловать или там вот через 10 минут. Но это уже звучит не как самонаебалово в мозгу, потому что да. Я боюсь сейчас. Потому что я знаю, что вот, да, вот нужно делать 10 минут. Тут страх ни при чем уже. Тут страх ни при чем. И... Но, чтобы это пришло, нужно сначала капец как косячить. То есть я понял. Ну, это зачем... любой да, навык, да, так, да, приходит. Да. Некоторые этого не понимают. Ты на велосипеде учишь кататься, ты что, ни разу они не пизданул? Ждут, и потом, как бы, ну, свиданка заканчивается, все проебывается, девка не вызванится или еще что-то. То есть ждать, ну, то есть, если ты вообще не пробуешь, ну как. Да. Нехороший, неплохой, и ничего. Я помню, сейчас. Что я однажды, ну, когда я тренировался, когда мы только познакомились с Бойком, мы делали всякую хуйню и делились какими-то. Сознательно, штуками, да? Сознательно. Я через минут 10 после того, как пришел на свиданку, ее укусил в шею. Причем укусил прям очень жестко, настолько сильно одну девку, что я прям не ожидал. Я хотел ее укусить губами, она укусила зубами. И она еще дернулась. И, короче, мы встретились. Сколько ты отсидел? Ну там года два. Значит, мы встретились, пообщались, и я думаю, блин, вот эту свиданку я хочу максимально быстро сближаться. Настолько быстро, насколько смогу. То есть пропущу там вот эти все, короче, диалоги и прочую чушь. И я сразу почему-то вместо какой-то инфы, которую я вливаю там про детство и прочие штуки, я начал говорить, там, классно пахнешь, такая штука, и раз, и укусил. И это было очень плохо. Что она говорит-то, блядь? Она говорит, что неадекватен, короче. Ну, я там как бы уже перевел это все в шутку. Да, перевел в шутку, но прям очень плохо. Очень плохо. Вернемся к этой. Но, слушай, не, основная мысль какая. После этой свиданки, которую я запорол, после этого она не вызвалилась. Я прям реально ощутил, что вот в этом некомфорте был рост какой-то. То есть, ну я да, вот, становится я вот на вышел с этой хуевой свиданки и подумал, да. Несмотря на то, что ничего вроде как не вышло, но это было круто и прикольно, то есть это было здорово. Ну вот такая логика, что, ребят, не всегда удачное свидание то, которое закончилось сексом. Нет, все к этому должно идти, но вы еще обращайте внимание на опыт, который вы выносите. Что такое? Да ладно, ты, Диман, хороший. Ну правда, опыт это важно. Короче, что там было-то? В итоге мы сидим, обнимаемся, все классно. И, а я массажистом работаю, массажистом. Но ты сейчас мне пиздишь или девки? Или так и есть? Правда. Я не работаю, но я могу девке сделать массаж такой, что она охуеет. Я знаешь, что им говорю, кстати?
что типа, как бы, она, ну, я говорю, ты любишь массаж? Говорит, конечно, похуй, конечно, конечно, говорит, да, люблю массаж, там вся херня, то есть. Говорит, у меня там даже массажист. Я говорю, на самом деле, вот массажист, который к тебе приходит, там, или массажистка, или ты ходишь, говорю, это говно, потому что ты для него мясо. То есть, просто это рабочий момент. А когда ты искренне хочешь сделать девушке приятное, и то есть, я демонстрирую, я начинаю это показывать, как я пощипываю вот, там, позвоночник, да, там, вот тут я, во-первых, ее трогаю, во-вторых, как бы, и говорю, что если я искренне хочу девушке сделать приятно, то мой массаж, как бы, каким бы я дилетантом не был, он намного круче и намного приятнее. Она с этим соглашается. То есть я как бы закидываю фишку про массаж, да, показываю на ней, что я буду делать, поворачиваю там что-то здесь. А ты тоже очень проходил какой-то? Ну, я читал. Читал? Я онлайн, онлайн у Шаншурина. Я тоже. Шаншухина, по-моему. Шаншухина. Шаншухин Владислав. Владислав. Владислав Шаншухин. Давай, ебашь дальше, сука. Короче, я говорю, кстати, хочешь массаж? Да, было бы прикольно. И я говорю, ну можем пойти ко мне. Способ переместиться вместо секса, да? Она то есть говорит, ты, а почему ты не сказала, пойдем ко мне домой трахаться? Вот, и слушай, ты, да, все, она, короче, на самом деле очень умная оказалась, ну, умная в плане вот... Догадалась. Она говорит, а мы домой пойдем вот, ну, для массажа, или просто, говорит, меня жутко бесит, когда что мужчина пойдем массаж? Для массажа пойдем к тебе. Меня, говорит, жутко бесит, когда мужчины говорят, типа, мы пойдем там пить чай или смотреть фильм, а после этого начинают ко мне приставать. Извините. Она говорит, это же так, говорит, не опять складывает в себя ответственность. Она говорит, это так непривлекательно, вот, ну, если хочешь, ты скажи прямо. Хотя, ну, риск сказать, есть, да? Сам, ну, так себе идея, ну, нет, сказать риск. Прямо, согласись. Я говорю, я понимаю, что сейчас как-то сказать это, сказать то, что нет, ничего не будет, но ну, я же знаю, что будет, получается обман. Потом сказать, что будет, хуй его знает, что из этого получится. Какая-то ситуация, я говорю, я не знаю, короче, будет. А я говорю, давай, говорю, вот если нам захочется, отлично, то он будет. А смотри, я бы еще сказал, что то есть, я не буду делать с тобой ничего такого, да, что да, ты сама не захочешь. Она... Если, ну, случится секс, да, это будет прикольно. Если нет, то есть я получаю удовольствие там, в каждом моменте общения. То есть, и это тоже прикольная штука, очень прикольно. Вот, блядь, это ж сука. Блядь. Я проходил. Проходил. Это Шаншухин. Валдис Ширяев. Вальдемар Ширяев. Давай, ебать. Вот, и, короче, она говорит, ну, такая, типа, раз такая, что задумалась, типа, да, годится. Типа, годится, хуй с ним, давай. Вот, и еще перед тем, как уходить, она говорит, я просто не люблю, когда все это происходит нелепо. То есть это должно происходить, типа, как-то технично, я не знаю. Скажи, я, блядь, так сейчас технично все сделаю, ты вот, и мы выходим, да, я, короче, уже одеваюсь такой, говорю, это не будет нелепо. И выхожу, я прям себя очень крутым почувствовал. Он такой, да, ты уже все решил? Так как я не буду решить, я говорю, ну да, я врачу, я типа, да ладно, все нормально, пойдем. Вот мы выходим, живу я где-то метров через 50. Неожиданно. Да, неожиданно. Она говорит, ну типа, далеко идти? Я говорю, ну да, говорю, да, да, пойдем, пойдем, мы идем, очень начинаем. Я резко поворачиваю подъезд, ну вот, говорю, кстати. Вот, поднимаемся наверх. И знаете, что еще? Вот, знаете, это я еще бойко обратил сейчас. Ну, похер, Антош. Когда ты искренне что-то говоришь, может быть, вот как ты, как не знаешь, да, вроде может быть секс, может нет, как-то вот меньше каких-то неловких ситуаций, потому что ты когда говоришь, не-не-не, ничего не будет, потом приходишь к себе домой или там, ну, начинаешь делать какие-то действия, которые направлены уже на секс, они так себе получаются и так себе выглядят, то есть это как-то криво. А можно я вклину сейчас, смотри, еще есть прикол, то есть, ну, я, может, его рассказывал. Что, допустим, ну, чтобы уже вот эту непривязанность свою в сексе вообще... Не, вообще, короче, чтобы ей прям вот, блядь, закатить туда на нахуй еще. То есть ты прикинь, ты уже пальцы в пирожке, уже там голые лежите, все, уже там, не знаю, хобот там уже, блядь, готов там одеть презерватив и понеслась. И ты херак, короче, такой прерываешься, идешь там, наливаешь вина там или сока там что-то. Или PlayStation. Да, ну, там, не знаю, пропишешь кому-то СМС, куда там, типа, пишешь, слушай, будешь вина? То есть ты в тот момент, когда, казалось бы, вообще, ну, не один нормальный человек, блядь, и которого допустили раз в полгода к пирожку, блядь, не дай бог, сейчас прервусь. А ты просто показываешь, тебе похуй. И вообще, прикинь, в этот момент, ну, как бы она, скорее всего, присоединяется тебе попить вина, и уже сама тебя начинает там хватать, трогать, ты же, ну, погоди, что ты, ненная фишка. Я тебя перебил, чувак. Че было, вы зашли? Да, зашли, я налил чай, мы начали немного общаться,
То есть ты решил не сразу? Не, не сразу. А можно было, кстати? А у меня всегда экскурсия небольшая. А можно было? Вот я показываю аквариум, потом показываю. А вы сейчас прикольно, что у него реально есть аквариум, сука. Причем он такой здоровый, но классный. Не, а можно было сразу прям попробовать, знаешь, прижать его к стене. Вот, попили чай, говорю, что массаж? Она говорит, да, давай массаж. Заебись. А она еще говорит, я, короче, это массаж, не могу без душа, можно душа. Подожди, а ты с ней там в кафе познакомился, или ты просто вызвал, думаешь, чтобы далеко не ходить, дай-ка я... Да. Я все понял, да. И это, девка пошла в душ. Да, девка пошла в душ, вышла, полотенце, легла. А, она майку мне попросила. Я говорю, не, говорю, майки не пойдет, нормально массаж делать без майки. Она говорит, нет, это, говорит, херня, мне понравится. Кстати, еще когда... Ну, это естественно, опять же, она начинает, вот, как бы, нет, какая майка, все равно ей нужно показать это, что он, как бы, ты ее наебал, это ты ее трахнул, у меня она тебе. Обработка возражений должна вот быть индивидуальной. То есть я, у меня офигительно проходит обработка, когда я говорю, что я доктор. Я доктор, значит, не может. Я доктор, значит, не может. Я доктор. Не знаю, как это получается. Да ладно, говорю, типа, я врач, но что такого-то. И она такая, ну, в принципе, да. Она причем понимает, что ты врач. А я врач, да. Это прикольно. И это как-то реально работает. Ну, это тут даже не надо объяснять. Как тебе понравилось, секс? Да, прикольно. Короче, это будет охуительное видео, реально. Значит, смотрите, парни. Здорово. Наконец-то голос за кадром превратился. Ширяю. Антоша рассказал, ну, как бы историю, которая, в принципе, является, ну, рядовой для тех, кто практикует. Очень надеюсь, что фишки, которые мы сейчас озвучили, они очень будут полезны, потому что это действительно очень крутые фишки. Но это уже как бы не для новичков, у которых хоть что-то получается. Это тренер. Вот, поэтому, парни, смотрите, значит, вот об этом все. Всем и еще о многом-многом другом. Скажу сейчас свою знаменитую фразу про книгу. Прям в конце сентября, ребят, стартанут продажи. Как бы все это будет в моей книжке. И плюс записывайтесь к нам на тренинги, на обучение. Мы вас научим делать так же. Но мы, конечно, не будем с вами там, типа. Мы же не будем с ними, Шпили Уилли. Мы просто расскажем, как делать так, что. Парни. А, ну если только вы симпатичные, да, ребят. Поэтому давайте ждем вас на наших тренингах. Увидимся. Пока. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся.